Я приглашаю к микрофону выдающуюся женщину, общественного деятеля, президента биографического института Александра Зиновьева, президента Зиновьевского клуба «МИА Россия сегодня», Ольгу Мироновну Зиновьеву, вдову нашего великого философа. Пожалуйста, Ольга Мироновна, она просто категорически настояла, что я хочу хотя бы на полдня, но добраться на открытие памятника, потому что для нашей семьи это дело чести, торжество исторической правды. Пожалуйста, Ольга Мироновна. Дорогие друзья, дорогие товарищи, дорогие сограждане, я приветствую вас на площади Сталина. Это место иначе называться уже не будет. Мы присутствуем при феноменальном совершенно моменте создании, воздании памяти, благодарной памяти выдающемуся человеку нашей эпохи Иосифу Виссарионовичу Сталину, нашему генералиссимусу. Я воспринимаю сегодняшний день как начало движения пробуждения нашей страны, нашего общества от либерального, от либеральной, как же это получится сказать, чтобы не было обидно? Литургии. Это была либеральная литургия в течение 30 лет. Я рассчитываю, я уверена, что наша страна молодая, красивая, сильная, и она в состоянии доказать всему миру, что это еще только начало. С праздником вас, дорогие товарищи! Огромное спасибо, Ольга Мироновна!